Шимоданы. Шимоданы? Видите, у нас здесь шимоданы. Эх, городские! Эх, городские! Эх, городские! А когда мимо на машине проезжают из заправки, смотрите, сколько знаков. Я вздрогнула один раз, когда увидела количество знаков. Мы сейчас уже готовимся к отъезду. Кстати говоря, заправки здесь только Лукойловские. Здесь регион, где добывают нефть, ее качают. Здесь много нефтеперерабатывающих заводов, и поэтому самый дорогой бензин. Но это все по-русски. Нано-бензин, вы представляете? 41.18. Ехо. Что там, Дим? Бензин? Да. Да, это наши денежки в литры превращаются. Литры в денежки, Дим, да? Да. Денежки в литры. Денежки. Денежки в литры превращаются. Хо-хо-хо. Эти, Дим, крякают, да, утки? Похожие на кря-кря звук. Приплыли к нам. Да ты что, правда? У англичан по-другому утки разговаривают? Вот это да. Сфотографировала? Да. Покажи. Сейчас покажу. Вот такая погода перед нашим отъездом. Дождь льет, да, Димуль? Да. Вот так. А теперь видно. Теперь у нас сегодня такие дороги. Дождевые. Да. Дима, расскажи вот про это. Видите, у нас тут композицию Дима сделал из остатков. Это я к марафону готовлю. Дим, смотри. Расскажи, кто это у тебя? Малыш. Малыш, видите, он его сидячим сделал. Объемное 3D у нас он сделал. А это море? Да. Так. Его можно легко сгнуть. Сгнуть, разогнуть, так. И это. Так, это лес у нас, да? И это, видите? Раз, в лесу. Представляете, это он сам придумал. Раз, сам взял картонки. Лесу. Да. Раз, в лесу. Раз, на пляже. Раз, на пляже, да, вот видите. А давайте его с собой заберем. Ты думаешь? Нет. Вот, здесь у нас, видите, всякие обитатели. Это мне велено сделано пловцов. А вот это что за полоски? Обозначают, из какой двери вышли и где приехали. Из какой двери вышли, видите? То есть из этот какой выш... машины. Из какой машины, из какой двери, видите? Каждая к разной двери у нас ведет. А это я вот спасала от дождя. Оно у меня было на улице, оно мокрое, представляете? Ужас, ужас. Вот так. А это вот, видите, остатки. Мама вырезала, и вот он у меня взял эти остатки и сам сделал такую красоту. Да, Димулька? Ага. Ну, пошли собирать. Уже чемоданы у нас тут. Чемоданное настроение. Ну, еще мы еще не запаковываемся. Да, телефон. Чемоданы, да, чемоданы. Наше богатство. Компотики. Ну, все еще прошлогодние. Так что вот томаты, всякие вкусняшки, вареницы и грибочки где-то здесь. За грибами пойдем. Наши яички. Первый раз такой дождь. Это вообще, мы никогда в дождь не уезжали. Здесь всегда жара. Вообще он льет и льет. Послушайте, как он шумит. Ужас. Все, пассажиры, уезжаем. Дождь. Ну что, поехали? Хо-хо, вот такая у нас дорога. Ждет, ждет. Хо-хо-хо, с Богом. Поехали. Да, дорога ужас. Дороги с облаками. Очень здорово, когда мы возвращаемся домой. Ю-ху! Ой, как пахнет. Чуешь? А, Сенечка, чуешь, как пахнет? Прям вообще. Канистры перевозят масло.
красивое же мусорное ведро. Мы опять обедаем в этом же кафе, в котором мы в том году. Ну, потому что здесь так уютненько. Да? Через футбол может услышать канареечку. Ничего, опять перестал. Но здесь появилась канарейка. Ну, порадуешь нас еще? Футбол только мешает. Ну, куда ты пошел? А? Ты куда пошел? М? По этим, что ли, хочешь? Бордюрчиком ходить? Ох ты, мое солнышко. Дай мне ручку. Давай, разминай ножки, сейчас поедем. Крокодил, крокодил, наше солнце проглотил. Нам сколько еще часов? Часов пять. Пять часов еще ехать, солнышко уже садится. Самое-самое волшебное небо. Просто красота. Теперь он стал красным вообще. Жалко, фотик не передаю такую красоту. Все вот мою мать. Готовь, мне муж говорит, готовь, мы наверху. Мы на холм забираемся. Надо потому что это снимать. Потому что это вообще восхищает. Ой, какая красота. Покровая. Какое-то такое ощущение, что небо волнуется раз, называется, да? Светофор, светофор, пропусти нас, пожалуйста. Ну, пожалуйста, светофор. Стань зеленым. Мы хотим домой. Да, папа? Мы хотим... Yes, зеленый свет. Все. Мы не на одном не стояли, сколько было ремонта, только сколько здесь. Здравствуй, машинчик. Здравствуйте. Ты их прям погладил, соскучился. А по какой машинке ты больше всего соскучился? По Франческу и Шелби Кобра. И по Шелби Кобра. Ты уже здесь начал играть, да? Да. А ты со всеми так поздоровался? Только с двумя поздоровался. Ой, рыбенька, ты сейчас нервничать. Прыгай, прыгай. Это твой дом. Как она... Ай, все. Все дома. Теперь все дома. Ну зачем ты, девочка, полюбилась? Рыбонька моя, все, приехала домой. Приехала, все, мое солнце.